На 42% снизилось в нашей области количество лесных пожаров, а площадь, пройденная огнем, уменьшилась на 85%. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. С начала пожароопасного сезона в лесах Верхней Волжи ликвидировано 14 пожаров общей площадью около 10 гектаров. Все в день обнаружения. Не допущено перехода огня на земли иных категорий. По поручению губернатора совершенствуется система дистанционного обнаружения возгораний. В настоящее время мониторинг ведут 50 камер видеонаблюдения. Более того, принято решение о закупке в этом году дополнительно еще 10 систем. Кроме того, организовано наземное, авиационное и космическое наблюдение. Ведется обводнение торфяников. Усилена и профилактическая работа с населением.